Освободиться от оков советской идеологии и четко разграничить правду от лжи. Такая цель у новой учебной дисциплины «Основы российской государственности». Этот предмет появится во всех вузах страны уже в этом году. Буквально недавно, с 1 сентября, в школах в наших появился новый предмет – «Уроки о важном». И насколько детям оказалось важно и полезно открывать для себя мир по-новому, через новые формы даже преподавания, через новые формы получения знаний о том мире, о том обществе, в котором они живут. Точно так же и студенты, которые обучаются в высших учебных заведениях, будут получать вот такие новые знания. Ключевые вопросы, связанные с изучением предмета, обсудили на заседании ректоров ПФО. Советник президента Российской Федерации Валерий Фадеев рассказал, что будет включать в себя предмет. В разделах курса будут изучать, что такое Россия, ценности государства, политическое устройство, поговорят и о будущем страны. Акцент сделают не на скучной теории, а на интересных практических занятиях. Мы хотим расковать студентов, мы хотим снять с них те кандалы идеологические, которые, к сожалению, многие на себя надели в 90-е годы, отчасти в нулевые годы. У народов свой путь в истории. Это тоже надо дать понять студентам. Широта взгляда на мир, на историю, на роль России в истории, на роль нашего народа в истории. Вот задача курса. Методику преподавания разрабатывает университет Лобачевского, а курсы для преподавателей проводят Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда ТВ.